вот салат, который ты это, из капусты китайской, вот сухарями у тебя. Половину мне носа, половину тебе. Сиди, не будет. Он видит, что вы маленький, с вами разговаривает. Ну что, начнем? Начнем, да, а то уже плохо. Давай. Ложки валят. А, налили где-то. Есть, есть, есть. Алёш, тебе налили? Налили, налили. Тут одни Ваньки, не знаешь, к кому обратиться. Как Ваньки? Так, давайте, ладно. Ну ладно, давай я позову. Давайте, поднимемся. Ну ладно, давайте. Пусть согревает в юбилей поддержка дорогих людей. И поздравления звучат в те славные даты 60. Большого счастья, светлых дней и только радостных вестей, здоровья, бодрости души, успехов и удач больших. Спасибо. Ага, за все хорошее, за здоровье твое. Дай Бог. Ой, слиньи. Ой, как толкануло все. Ну, садитесь. На, мама. Аж сморщился. Ну ладно. Ну ладно, и мы отдали. Ну то я и коверну. Назад не надо ничего. Ну ладно. Ты фоткаешь, если не надо? Ну и так. В таком интереснее. Да. Вот это, Джерек. Не в лицо называйте. Давай, братья. С днем рождения тебя. Пусть юбилей особая дата немало поздравлений принесет. Ну что? Еще раз сейчас повторю. Давай. Пусть юбилей особая дата немало поздравлений принесет. Ведь опыт наш бесценное богатство, которое нам дарит каждый год. Пусть сердце согревает благодарность за то, что было послано судьбой, пусть впереди удача ждет и радость, забота близких, женская любовь, здоровья, интересной долгой жизни, насыщенных, активных, ярких лет. На все смотреть легко, с оптимизмом, и много одержать больших побед. Спасибо. С днем рождения. Спасибо. Будь здоров. Спасибо. Ну давайте. За это надо поднять бокалы. О, давайте бокалы, давление. Моя, что-то я совсем школьную делаю, да? Как пьяный. А вы что, не надо? А ты сколько только со стаканом? У меня я буду из ваших. Давай-ка, может, мы еще больше. Я вам встала. Давай, давай. Давай. Ну давайте. А ты вино не пьешь, тетя Валя? Пью, вот оно. Я там что-то минералка. Чего ждем тост, смотри, своё. Вообще не проживала. Ты что я могу сказать, если я не мой? Ну не мой, ты не мой, никто не мой. Ну скажи, поздравляю, счастье до здоровья. А для меня такие рюкзаки отборные, они не мой, а тут не мой. Вот звать-то поздравляю. Ну ладно, поднимись и поздравляй. Вы что, хоть два слова. Ну-ка давай, глава. Я уже старая. Старая. О, давай, мама, давай. Вот старая должна сказать. Он не пьет, ему некогда на ум идет. Да, вот надо стаканчик пропустить. Вот я поздравляю. Давай. Поздравляю всего тебе хорошего. С днем рождения твоим. Вот, желаю счастья, здоровья, больших успехов. Смотри, в работе, если желаю. Нет, побольше поработать. Ну и побольше поработать, конечно. Ты больше некого. Ну ладно. Твое здоровье самое главное. Спасибо, спасибо. Ладно, не стукаешь, что ли? Давайте, конечно. Ты куда смотришь? Денег не было. Минералки? О, я его взял. Люди хотят поступать. Да, вы там внешние подружки. Да, я люблю ее. Да, я ее тоже люблю. Валюша, а тебе с тобой? Да, давай. Нина, ты с тобой? Баш. Да.
О, молодец, внук. Бог с боевые. Видишь, добрее будет, да? Помягчай, да. Добрее будет, да. Ну и так доброе, это что, там все для внука. А еще добрее будет. Это может тебе приезжать. Мое не напишешь, подарил дочери билет моей дочери. Поехали. Давайте мой не будет слушать, я сам. Продулишь, а ты здесь продул вот за водой. У вас дома никого не было целое лето. Да. И ты, черт, я буду тысячу рублей. Провожаешь работы домой. Оставайся вечером. Уходи. Я тебя уважаю с твоим юбилеем. Всегда же уважаю и люблю. Спасибо. До конца твоей жизни. И чтоб жил своей Валюшей 100 лет. Вот. Да, дай Бог, и если все 100 лет, да. То будет 160 лет. И дай Бог, кому рекорды мировые будут. Подарил тебе внучат побольше. Правнучку. Да, нет, правну пас. Это пас. Пас? Нет, правнук не надо. Одного Владика хватит. Нет, одного. Правнуков, Гоша, правнуков. Правнуков говорят. Все, дай Бог, правнук живет. А вот и надо жить, чтобы правнуков встретить. Правнуков, давай, сваток. Да, за это выпьем давай. Главное, чтобы было здоровье. Будет здоровье, будет все. Так, сваток. Ох. По какому поводу мы все собрались? Ну давай, давай. Дайте не забывать. Здоровья, оптимизма и добра. Безоблачного счастья в юбилей. Пусть длится этот праздник до утра. И станет на душе еще теплей. Сегодня соберутся за столом любимые, родные и друзья. И пусть уютом окружает дом. Своей заботой радует семья. Спасибо. А это все полезное в дом. Там радио даже.
будете до этого в деревне слушать. Руслан сказал, сломалась. Нет, деревня радио поломалась, они да, поломалась, правда? И антенна это. А, он сказал, сломалась. Нет, говори. Ну давайте поднимем. Вот как она молодец. Вера волновалась, поэтому не буду. Все волнуются. Не волнуйтесь, давайте, Сашенька. Давай ты хоть с кружкой. Не с тобой, а с кружкой. Давай, ничего, давай. Да еще раз. А ты давай, ех, милая. Давай. Моя ровесница. Мы его с двух часов. А Игорь, не приехать, когда он приедет? Да, наверное. Конечно, я в этом тоже понимаю. Деду моего не отработал, сдавал бы. Нет, не сдавал,
Тебя снимает скрытая камера. Давай. Давай, задувай. Ой, мама! Желание загадал! Сила есть! Сразу одевайте духом. Махом! Он сказал, я загадываю машину Владику купить. Сразу, а ты не загадала, нифига. Папа уже. И пап. А то не сбудется. Расскажите. Не рассказывай, не рассказывай никому. У прохожих на виду, к сожалению, день рождения только раз в году. Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. С днем рождения поздравит и, наверное, оставит мне в подарок 500 эскимо. Ах, я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. К сожалению, день рождения только раз в году.